Крупное ДТП в центре Челябинска. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и трамвай. В результате ДТП пострадали 8 человек. Подробности в репортаже. Пересечение улицы Коммунной и Свердловского проспекта – это уже последствия ДТП. По словам очевидцев, маршрутка вылетела на рельсы и на скорости врезалась в трамвай 20-го маршрута. Это водитель вагона говорит, все случилось так быстро, что и затормозить не успела. Из-за встречного вагона, можно сказать, лоб в лоб вылетело маршрутное такси. Я не пострадала. В результате ДТП кабину микроавтобуса буквально вмяло внутрь. Пассажира, находившегося на переднем сиденье маршрутки номер 9, зажало. Пострадал и сам водитель. В аварии пострадали 8 человек. С разными травмами все они были доставлены в городские больницы. По окончании оформления будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24. Это причинение вреда здоровью пассажирам при нарушении правил дорожного движения. Известно, что 33-летний водитель микроавтобуса только за последний год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А здесь БМВ повисло на бетонном ограждении. Пользователи социальных сетей удивляются, как автомобиль мог оказаться в таком положении. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, и вот результат. Две легковушки не поделили дорогу на перекрестке улиц братьев Кашириных и Чечерина. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль. По словам очевидцев, в аварии пострадал один человек. Большой груз улетел в кювет в Чесменском районе. По предварительным данным, шофер задремал за рулем, а потому и выехал на обочину, а потом оказался в поле. Серьезных травм он не получил.